Вот уже 10 лет многофункциональный центр Самары идет в ногу со временем. Если в начале своего пути организация оказывала чуть более 50 услуг, сейчас граждане могут получить в 6 раз больше. Особо у нас пользуется популярностью это недвижимость, потом паспорта, прописки, социальные услуги, предпринимательство. Большой упор на предпринимательство сделать для того, чтобы была инвестиционная привлекательность региона. Соответственно, в каждом отделении у нас есть привилегированные окна, где принимают именно по услугам предпринимательства. Сегодня МФЦ – одно из крупнейших муниципальных учреждений города с коллективом более 400 человек. За 10 лет существования центр оказал свыше 9 миллионов услуг. Постоянно совершенствуется программное обеспечение. В настоящее время МФЦ взаимодействует более чем с 30 органами государственной власти и местного самоуправления. С юбилеем сотрудников многофункционального центра поздравила глава города Елена Лапушкина. Вы те люди, которые оказываете им помощь. Именно о человекоцентричности говорит наш губернатор, говорит наш президент. И вы те люди, которые, в общем-то, воплощаете это в жизнь. Я сегодня очень рада вас всех поздравить с этим юным юбилеем, но тем не менее таким значимым. С учетом увеличения количества услуг и задач, которые ставятся перед МФЦ будущего, требуется применение нового подхода к подготовке специалистов. Регулярно организовываются обучающие семинары как для стажеров, так и для опытных сотрудников. Лучших сегодня наградили почетными грамотами власти области и города. Мария Илчан, Василий Колдашов. События.